Добро пожаловать в Google. Благодарим за использование наших продуктов и служб. Далее службы. Они предоставляются компанией Google, зарегистрированной по следующему адресу. 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA-94043, США. Используя наши службы, вы соглашаетесь с настоящими условиями. Просим вас внимательно ознакомиться с ними. Так как мы предоставляем множество различных служб, в некоторых из них могут действовать дополнительные условия использования и ограничения, в том числе связанные с возрастом пользователя. Такие условия приведены в соответствующих службах и в случае применения вами последних являются частью вашего соглашения с Google. Использование служб. Вы должны соблюдать все правила, с которыми вам будет предложено ознакомиться при использовании служб. Не используйте службы ненадлежащим образом. В частности, не пытайтесь вмешаться в их работу или получить к ним доступ в обход стандартного интерфейса и наших инструкций. Используйте службы только в соответствии с нормами законодательства, включая применимые нормативные акты и правила относительно экспорта и реэкспорта. Если вы будете нарушать данные условия и правила, или если мы заподозрим вас в этом, мы можем приостановить или полностью закрыть вам доступ к службам. При работе со службами вам не предоставляются права на интеллектуальную собственность ни на сами службы, ни на связанное с ними содержание. Последнее вы можете использовать только в том случае, если у вас есть разрешение его владельца, или если такая возможность обеспечивается законодательством. Настоящие условия не предоставляют вам прав на использование каких-либо элементов брендинга или логотипов наших служб. Вы не должны удалять, скрывать или изменять юридические уведомления, отображаемые на страницах служб. В службах может быть представлено содержание, созданное или загруженное третьими лицами. Последние несут за него полную ответственность. Иногда мы проверяем содержание на предмет соответствия законодательству и нашим правилам. В случае выявления серьезных нарушений мы можем удалить или блокировать его. Однако это не означает, что мы в обязательном порядке проверяем все материалы. Если вы используете наши службы, мы можем присылать вам уведомления, сообщения от администратора и другие информационные материалы. В отдельных случаях вы можете при необходимости отказаться от их получения. Ваш аккаунт Google. Для использования некоторых служб необходим аккаунт Google. Вы можете создать его сами или в некоторых случаях вам его предоставит администратор, например, работодатель или уполномоченный сотрудник образовательного учреждения. Если вы получили аккаунт Google от администратора, он имеет право просматривать или блокировать ваш аккаунт, а для вас могут действовать другие или дополнительные условия. Конфиденциальность и защита авторских прав. При работе с нашими службами вы разрешаете нам использовать свою личную информацию в соответствии с политикой конфиденциальности Google. В последней изложено, для чего мы применяем эти данные и как обеспечиваем конфиденциальность пользователей при работе со службами. Мы проверяем все сообщения о предполагаемых нарушениях авторских прав и, руководствуясь законом о защите авторских прав в цифровую эпоху, прекращаем действие аккаунтов, владельцы которых систематически нарушают авторские права. Мы предоставляем владельцам авторских прав всю информацию, необходимую для контроля за использованием их интеллектуальной собственности в интернете. Если вы считаете, что третье лицо нарушает ваши права, вы можете отправить нам соответствующее уведомление, а также узнать о том, как Google обрабатывает такие сообщения. Необходимые сведения представлены в нашем справочном центре. Ваше содержание в службах. Некоторые наши службы позволяют распространять содержание. При этом все права на интеллектуальную собственность в отношении этих материалов остаются у владельца. Проще говоря, все, что было вашим, таковым и остается. Загружая или иным образом добавляя материалы в наши службы, вы предоставляете компании Google и ее партнерам, действующую во всем мире лицензию, которая позволяет нам использовать это содержание,
размещать его, хранить, воспроизводить, изменять, создавать на его основе производные работы, например, переводы, адаптации и прочие способы оптимизации материалов, обмениваться ими, публиковать его, открыто воспроизводить, отображать, а также распространять. Перечисленные права, которые вы предоставляете нам, используются исключительно для обеспечения работы существующих служб, их продвижения и совершенствования, а также для разработки новых. Указанная лицензия будет действовать и после того, как вы откажетесь от использования служб. Например, мы будем по-прежнему использовать данные о компании, добавленные вами на карты Google. В некоторых службах разрешается просматривать и удалять добавленное в них содержание. В некоторых из них также действуют условия и настройки, которые накладывают ограничения на использование нами таких материалов. Прежде чем отправлять нам содержание и тем самым предоставлять лицензию на его использование, убедитесь, что у вас на это есть соответствующие права. Подробная информация о том, как Google применяет и хранит содержание, приведена в политике конфиденциальности и в дополнительных условиях использования соответствующих служб. Если вы отправляете нам отзывы и предложения относительно работы со службами, мы оставляем за собой право реализовывать их, не возлагая на себя никаких обязательств перед их автором. О программном обеспечении, связанном со службами. Если для работы со службой необходимо загрузить программное обеспечение, оно может автоматически обновляться на устройстве пользователя при появлении очередной его версии или внедрении новой функции. Некоторые службы позволяют настраивать параметры автоматического обновления. Компания Google предоставляет вам личную, действующую во всем мире, безвозмездную, неисключительную и не подлежащую переуступке лицензию на использование ее программного обеспечения в рамках работы со службами. Она позволяет вам использовать все преимущества служб Google в полном соответствии с данными условиями. Вы не имеете права копировать, изменять, распространять, продавать или сдавать в аренду какие-либо элементы служб и относящегося к ним программного обеспечения. Осуществлять обратную разработку и пытаться извлечь исходный код этого ПО, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, или при наличии письменного разрешения от Google. Мы уделяем большое внимание ПО с открытым исходным кодом. Некоторые программы, необходимые при работе с нашими службами или входящие в них, распространяются на условиях свободной лицензии, которая будет вам предоставлена. Определенные ее положения явным образом перекрывают отдельные требования настоящих условий. Изменение и прекращение действия служб. Мы постоянно изменяем и совершенствуем наши службы. Время от времени мы внедряем или удаляем некоторые функции и возможности. Также мы можем приостановить действие службы, либо закрыть ее. Вы имеете право в любой момент прекратить использование наших служб. Кроме того, Google в любое время может закрыть вам доступ к ним, ограничить его или оговорить связанные с этим новые условия. Мы уделяем большое внимание доступу пользователей к своим данным. При закрытии службы мы предпримем все меры для того, чтобы предупредить об этом пользователей, и предоставим им возможность скопировать содержащиеся в ней данные. Гарантии и отказ от обязательств. Мы предоставляем службы, исходя из экономически обоснованного уровня функциональности и поддержки. Надеемся, что вы оцените их по достоинству. Однако мы не можем взять на себя некоторые обязательства, касающиеся наших служб. Ни компания Google, ни ее поставщики и дистрибьюторы не дают никаких гарантий и не принимают на себя никаких обязательств относительно служб, кроме тех, которые указаны в настоящих условиях или в дополнительных условиях. Например, мы не берем на себя никаких обязательств относительно контента, содержащегося в наших службах, их функциональных возможностей, надежности, доступности и соответствия вашим потребностям. Службы предоставляются по принципу «как есть». Законодательство некоторых стран обеспечивает такие гарантии, как товарность, пригодность к определенной сфере применения и отсутствие нарушений исключительных прав третьих лиц. В той мере, в какой это допускается законодательством, мы исключаем все гарантии. Ответственность применительно к службам.
Ни компания Google, ни ее поставщики и дистрибьюторы не несут ответственность за упущенную прибыль, недополученный доход, потерю данных, финансовые убытки, а также за косвенные, специальные, опосредованные, штрафные или карательные убытки, если такое ограничение ответственности допускается законодательством. За исключением ситуаций, оговоренных законодательством, общая ответственность компании Google, ее поставщиков и дистрибьюторов по любому иску в отношении данных условий, включая все подразумеваемые гарантии, ограничивается суммой, уплаченной вами за пользование службами, либо, по нашему выбору, повторным предоставлением вам соответствующих служб. Ни при каких обстоятельствах компания Google, ее поставщики и дистрибьюторы не будут нести ответственность за непредвиденный ущерб или убытки. Коммерческое использование служб. Если вы используете наши службы от имени своей компании, это означает, что компания принимает данные условия. Она обязуется защищать компанию Google, ее дочерние структуры, руководство, агентов и сотрудников от любых судебных исков, процессов и разбирательств, связанных с использованием вами служб или нарушением вами данных условий, а также от любой ответственности, в том числе финансовой, в отношении исков, ущерба, повреждения, процессов, разбирательств, судебных издержек и гонораров адвокатов. О данных условиях использования. Мы оставляем за собой право изменять эти или дополнительные условия использования в случае внесения поправок в законодательство или обновления самих служб. Вам необходимо регулярно отслеживать информацию о таких корректировках. Об изменениях условий мы сообщим на этой странице. Информация об изменении дополнительных условий распространяется в рамках соответствующих служб. Изменения не имеют обратного действия и вступают в силу не раньше 14 дней с момента публикации. Однако, если они связаны с внедрением новых функций служб или внесением поправок в законодательство, то будут применяться немедленно. Если вы не согласны с изменениями в условиях использования службы, вы должны прекратить работу с ней. Если данные условия противоречат дополнительным, последние имеют приоритет. Данные условия регулируют взаимоотношения между компанией Google и вами. Они не предусматривают регулирование прав третьих лиц. Если вы нарушаете данные условия и мы не предпринимаем немедленных действий, это не означает, что мы не намерены отстаивать свои права в будущем, в том числе предпринимать определенные действия. Если одно из положений данных условий утратит силу, это не повлияет на легитимность остальных положений. Все споры, так или иначе связанные с данными условиями использования, разрешаются в соответствии с законодательством штата Калифорния, США, исключая положение о конфликте законов. Все иски, так или иначе связанные с настоящими условиями использования или самими службами, находятся в компетенции судов федерального уровня или уровня штата, расположенных в округе Санта-Клара, штат Калифорния, США. Вы наравне с компанией Google признаете юрисдикцию этих судебных органов. О том, как связаться с представителями компании Google, вы можете узнать на нашей контактной странице.